Sveiki. Žavelė. Дождя много было. Неприлично. Вы не знаете, что такое прилично, неприлично. Прилично разную ерунду писать. Скорпион. Правильно? Мне доброе утро. И вам тоже. Самое главное, еда. Утра. Это у меня завтрак такой. Девочки, мальчики, а что делать? Надо есть, надо пообедать. Это у меня обед и завтрак. Целый день. Дождь. Это ужас. И скажите, что делать на улице, если огород есть? А дождь идет каждый день. Что вырастет? Не, сорняк вырастет. Как кто там? Дождик, 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 дождик. Ой, Господи, да ладно. Что делать, Сережа? Самое главное, поесть. Ну, думаю, может быть, постираться мне сегодня. Постираться мне. В машину запихать эти там тряпки. И все. Понимаете, абсолютно ничего не хочется делать. Никуда не выходить не хочется. Очень вкусная пицца. Вот такую пиццу я буду всегда делать теперь. Да-да-да-да-да.